Ленточные бары Алтайского края выделят в отдельный лесной район. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко. Сегодня в Москве прошло специальное совещание с участием министра природных ресурсов и экологии страны Дмитрием Кобылкиным. Его посвятили сохранению лесного хозяйства. Также в совещании приняли участие зампредседателя правительства Александр Лукьянов, министр природы региона Владимир Попридухин и зампредседателя КЗС Сергей Серов. Он сообщил, что в первую очередь работа начнется в нормативно-правовой базе. Статус лесной район определит новый порядок регулирования. На территории определят особые участки, которые будут усиленно охраняться. Пересмотрят и норматив на вырубку леса. 500 тысяч кубометров ранее готовилось, потом вот в связи с снижением возраста интенсивность рубок возросла. 1 300 000 сегодня в ленточных барах хвои готовится. И, значит, вот наука, значит, говорит, объем рубок не должен превышать 900 тысяч кубометров. Сейчас в ленточных барах края создано 15 особо охраняемых природных территорий. А через несколько лет к их числу добавится еще 3 памятника природы площадью в 13 000 км.